Всем привет, с вами Лафер. Ну что ж, мы продолжаем смотреть Королевство Руин. Все, давайте сразу не затягиваем. Смотрим. Так, все, Dreamcast. Наука дала волю истинным притязаниям человечества. Так, давайте-ка вот это промотаю. Я не буду оживлять Клоя. И решил это... Жалкий человечечка! Блин, долбанный интернет, я из-за этого не могу нормально промотать. Блин. Людей я истреблю и в одиночку. А вы отвалите. Ударяй! Антимагия! Последние лечащие лепестки! Бронированного стиля. Формула облачения Зефаля. Запустить ремонт. Так, ну-ка. Нет, все-таки. Да блин. А у нас с тобой похожий взгляд. Капец, нифига он... Не пошевелиться. Стоп! Это способность вот этой ведьмы, по-любому! Или нет? Ну ничего себе, у тебя магия. Да-да-да-да! Чё, магия любви? Нифига себе. Так, опять мы проматываем. Вас представляет. Алдибевус представляет, давай. Давай, ё-мо, быстрей. Блин, интернет задолбал. Это вы будете, кстати, долго наблюдать, ё-мо, вот эту фигню. Так, ну-ка, ага, всё. Я ничего не могу поделать, у меня такой интернет. Командир, скажите, как ваше имя? Ямато. Почему я ответил? Нет, язык сам. Она может вообще всех подчинять себе! Какая опасная магия. Я думал, она просто, типа, я не знаю, там может там обездвижить или что-то. Я думал, типа, такая, ну... Такая магия, типа, просто обездвижить прям реально вообще, чтобы вообще никто не мог пошевелиться. Она может полностью под контроль брать! Даже человек может ответить, даже если он этого не хочет. Это дурака. Поздно же, она спохватилась, но с ее магией... Сейчас же сними заклинание! Магия любви. Мандрагора. Обездвижила его. Молодец. А теперь убей. Оторви ему голову. Разумеется, она сейчас этого делать не будет. Вот по-любому она этого делать не будет. Ай, вот она. Я бы хотел, чтобы это сейчас случилось. Я бы тоже хотел. Ну, блин. Ну, по ней же видно, что она такая... Ми-ми-ми-ми, я за добро. Я не хочу никого убивать. Пора остановиться. Пожмем руки и помиримся. Да твою мать! Что? Ой, капец! Ой, блин! Я не знаю, блин! Скажите, что больше не будете сражаться. Что оставите нас и Адониса в покое. Обещайте больше не нападать. Сейчас Адонис его убьет. Вот я гарантирую, сейчас Адонис его бам и убьет.
тогда я сниму заклинание, и ваших солдат я тоже отпущу. Ты чё несёшь? Они же Иоанна убили. Да как ты? Столько ваших положили, а ты хочешь отпустить людей живыми? Мозгами повредилось, что ли? Вот именно. Убей его немедленно, а не то сама погибнешь! Да! Какая еще магия любви? Смехотворно! Не задавайся, ведьма! Наша наука истребит вас под корень! Перемирие, да пош... Вот я говорю, слишком добренькая, слишком наивная. Шлаты, вы ведьмы воплощение бедствия, которые приносят страх и хаос. Одним своим существованием вы приносите вред миру. Что ваш ученик натворил в нашей империи? Катастрофу! Он убил толпы невинных людей. Если бы не мы ведьмы, тоже то и этот уже дьявол можем не двигаться на свет. Да. Очистите мир от себя, отбросы! Точно. Если бы не магия, то с Юки бы такого не случилось. Гнусная ведьма! Лицо, вы тоже многих убили. На охоте на ведьм 10 лет назад. И сегодня вы пролили так много крови. Почему? Потому что вы заполучили науку, и мы стали вам не нужны. Но тогда зачем убивать? Ведьмы и люди были друзьями. Ямато, давайте положим этой войне конец. Сначала прикажите вашим солдатам отступить. Капец. Да пошла ты! Уверена, они послушаются. Что это за ощущение? Да пошла ты. Я человек Великой Империи Иридия. Директор Сиб. Старший советник Ямато. И какой-то... жалкой магии не проиграю! Я говорю, это просто вопрос времени. Адонис его сейчас убьет, это точно. Убьет. Я сделаю, как ты скажешь. Я тебя... Бам! Как я и говорил. Ой, жесть! Одна только месть. У меня есть одна только месть. Директор Ямато! Очаровывающая магия? Понятно. Очень сильно. Адонис, что ты наделал? Истребим же при помощи нее людей, Дорока. Оставь. Ой, короче, сейчас понятно. Все, вот он ее сейчас уговаривает. Разумеется, ему на нее вообще насрать. Он единственное, что хочет, он просто хочет убить всех людей. Вот. Он единственное, что это хочет, он хочет ее способности использовать, это уже понятно. И вот он сейчас еще постоянно говорит, пошли со мной, истребим всех людей, вот это то все. Разумеется, она будет против, он будет ее уговаривать, все будет убеждать, все это.
так что? Вздор слушать не желаю. Ведьмы будут уничтожены. Ударная группа под командованием Ямато Сип сейчас ведет бой. Последние ведьмы ожесточенно сопротивляются. Связь с отрядами на поле боя плохая. Поэтому точная обстановка неизвестна. Ведьмы будут уничтожены. Победа нашей армии предрешена. Виновник всего этого бедствия — ученик ведьмы Адонис. Он... Вот я... Вот сколько раз я вот об этом, кстати, думал. Вот я еще в первых сериях говорил. Я вот уверен. Вот эта вот жена короля, она по-любому ведьма. По-любому. Она точно ведьма. Вот я уверен. Тоже там? Скорее всего. Хорошо. Чудесно. Сожжем же ведьмин рот вместе со всей луной. Убьем и ведьм, и мальчишку, что желает зла человечеству. Всех, всех их убьем! Почему никто из людей до сих пор реально не подумал, что старичок, все, у него маразм, там он все, он поехал кукухой. Почему? Ну почему вы слепо просто за ним идете? Ёпарасете, уже давно могли его свергнуть. Я говорю, только если уже кто-то не пытался, но его убивали, потому что его жена ведьма. О, я говорю, какая радость! Кукуха поехала. Замечательный день, так ведь? А этим проклятым ведьмам нет бы сдаться, так они сбежали на луну. Жена моя, я хорош, правда? Ведьма, ну она по-любому ведьма, но это, я уверен! Меня и похвали. Им на него. Да что ж такое, ёпарасоте, блин. Я не знаю, блин, у меня сейчас реально, я сейчас вот эту сцену смотрю, это какой кринж для меня. Я уничтожил чертовых ведьм. Не ты! Чё ты пиздишь, ё-моё, ты уничтожил! Ой, я уничтожил, прям я нахуй! Ебать, он реально, я говорю, у него кукуха поехала, ё-моё, старичок, ё-моё. Я слышал, что здоровье его величества пошатнулось, но он совсем потерял рассудок. Во-во! Порой он превращается в младенца. Я люблю тебя, все! Я говорю, это она ведьма. Только если... Вот реально, может она реально просто она контролировала короля все эти годы? Типа, может реально она его соблазнила, контролировала его все эти годы? Но я не пойму, нахрена ей уничтожать своих, как говорится... Хотя нет, там ведьмы же тоже мрази. Там тоже ведьмы мрази. Может она просто, то есть, не захотела подчиняться ведьмам и... Решила так вот их истребить, типа, чтобы одной ведьмой остаться. Она, может, реально вот этого хотела. Всем сердцем, похвали меня. Я так старался. Жесть. Ты так долго был под их действием. Неудивительно, что твой разум пошатнулся. Чары любви. Опа! Я так и думал! Я так и знал! Я, блядь, так и знал, ё-ма. У нее еще и такая магия, блин. Опа. Хорошо. Правый, левый, правый, левый. Хорошо. А я не пойму, а этот-то что до сих пор сидит? Он тоже теперь под ее контролем? Или он просто такой сидит в шагах, такой просто... Типа, чё за хрень? Шагаешь, умница моя. Я сейчас умру. Ваше Величество, что с вами такое? Я исполню любое твое желание. Чтобы порадовать тебя, мне и жизни не жалко. Сегодня и правда чудесный день. Еще чуть-чуть, дорогой. Вот сделаю прыг отсюда и запросто умру. Какой же я умный.
Не зря, император. Жесть. Я не пойму, да чё? Вот реально. Король какую-то хрень делает. Залазит, всё. Он реально, он вот этот вот, он стоит. Ой, что вы делаете? Ёб твою мать, подбеги ты уже. Я не знаю, схвати его, всё, спаси. Нет, ему похеру. Он просто, а, стойте. Пиздец, блядь. Ебать ты слуга, нахуй. Вжух и развелась. Я сделал империю Риди величайшей державой и перебил всех ведьм. Все ради моей любимой женушки. Я сделаю все, как ты сказала. Потому что я люблю тебя всем сердцем, моя императрица. Хочу навсегда остаться твоим рабом. Геточка, ты меня смущаешь. Шевелись, умирай скорее. Ваше Величество! Да, конечно, прям сейчас нужно, блядь, побежать, ё-мо, когда он уже падает нахуй. Такой, ой, что-то я спохватился рано. Ой, вернее, поздно спохватился, блин. Ай, не успел. Ой... Мандрагора. Снятый. Я тебя люблю. Подмогу. В замке ведьма. Солдатик. Он поскользнулся и случайно упал. Все, как вы и говорите. Я ошибся. Его вели... Кстати. Блин. Так. Я, если что, извиняюсь, у меня тут... Ой, кто проснулся, ё-мо. Короче. Если что, не обращайте внимания, там это... Кошечка проснулась, ё-мо. Короче, я что заметил? Вот... У той, я не могу запомнить, как ее имя, вот этой вот разволосой ведьмы, у нее же такая же способность, но я заметил, она пыталась вот это так же контролировать, но при этом, она как бы, у нее эта магия как бы слабее была, а вот у нее прям, она просто одну фразу сказала, и все, и моментально подчинила. Личество Гёте упало, разбился. Пришлите медиков забрать тело. Я люблю вас, ваше величество. Зайка. Я здесь. А, он... Хочешь сказать? Он тоже под контролем. Ничего подобного. В марионетке больше нет нужды. Моя магия управляет мужчинами, но на женщин она не действует. Мой род угроза. И нужно было заранее от него избавиться. А, ну, как я думал, короче, вот она тоже, типа, считает то, что, типа, ведьмы тоже такие же мрази, походу, ее тоже хотели использовать, и она такая, все, нужно всех убить. Знаешь, она эту фигню начала, а не люди. Значит, люди по факту не виноваты, что ли? Это все начала ведьма! Теперь мир принадлежит вам. Глупыш, не нужен мне никакой мир. Ты ведь знаешь... Чего я хочу на самом деле? И что будет, если голова снова окажется подделкой? Не волнуйтесь. Считайте, инкарнация в ваших руках, императрица. Я уже больше не жена императора. Теперь зови меня моим девичьим именем. Конечно, леди Доротея. Доротея, ведьма, что прыгает через измерения. И свое лицемерие я оставила далеко в прошлом. Ведьма, что прыгает через измерения? Все, чтобы вернуть его.
ведьма Дорака. Уничтожим человечество при помощи твоей магии. Помогай мне. Нет. Ну, я так и думал. Ясно. Не снимай заклинание. Директор Ямато! О, нет. Какая жестокость. Вот же подлец. Черт. Если бы только пошевелиться. Ну, привет, сволочи. Давайте, рыдайте, как и я в тот день, когда еще был мальчишкой. Нет! Остановись, Адонис! На нахрен! Не, ну блин, теперь мы реально... Не, с одной стороны, не, вот я до этого сказал, люди как бы не виноваты. Не, они тоже до хрена виноваты. Пусть они и подчинялись, говорю, но они все равно, они могли пойти против, ну... Ну не, скорее всего, та ведьма могла бы тоже под контролем взять. Но не могли хотя бы маленько сопротивляться. Тогда я бы мог сказать, что типа нет, что они сопротивлялись, то есть они то, что они не хотели этого, но их взяли под контроль. Тогда я мог бы их обладать. Нет, сейчас я вижу, что они по собственной воле это тоже делали, значит, они тоже мрази. Не могу пошевелиться. Черт! Я не хотела применять ее. Эту магию я не хотела применять на тебе. А, сейчас его подчинит. Если не остановишься. Давай. Если хочешь снова умереть. Хватит! Остановись! Я не остановлюсь, тупица! Ничего не изменит! Твоя месть лишь породит новую месть! Нечего читать мне затасканные нотации! Да нет же! Я больше не могу! Не могу смотреть на бесконечную войну и видеть, как снова и снова обрываются жизни! Ведь этот мир так печален! Адонис! Ему похеру! Ему насрать! Рукописная магия призыва. Изменение голоса Паравойс. Ваша расплата — гибель. Ответьте, что с авангардом? Почему ничего не видно? Эй, ученые, живо дайте картинку. Потеряна связь со всеми без исключения камерами. Неужели они разбиты? Да это чушь. Там же элита СИП, и с ними директор Ямато. Быть этого не может. Вся связь отключилась. Скорее восстановите. Чего копаетесь? Конечно, один момент. Получаем сигнал с личного терминала. Воспроизведение разрешено. Связь восстановлена. Это я. Ямато. Директор СИП. Он цел. Сообщаю всем соратникам на Земле. Мы победили. Скорее передайте Его Величеству, что ведьмы на Луне истреблены. Но бой был ожесточенным. Мы потеряли многих подающих надежды солдат. Среди ведьм выживших нет, но и у нас почти что тоже. Кроме меня, все воины погибли на поле боя. Очень жаль. На землю вернусь я один. Присылать подмогу нет необходимости. Эй, он же надел кожу. Жесть! Ну это круто. Возвращайте меня. Я скучаю по земле. В подарок принесу голову ученика ведьмы. Ты с самого начала все это задумал. Она еще не сдохла! Ни хрена себе! Столько прошло времени, она до сих пор живая! Я думал, она от потери крови типа сдохнет. Не, ну походу...
реально, она, походу, одна из самых первых ведьм, она реально одна из самых сильнейших была. Мне кажется, реально, вот она поэтому такая живучая. Адонис. Притвориться одним из присланных солдат, чтобы сбежать отсюда. И не важно, что придется пожертвовать с нами. Нет, пусти меня! Пусти, я сказала! Твоя магия мне пригодится. Идем. Как так можно? Что бы подумала Клоя, если бы увидела тебя сейчас? Знаешь, я... Сейчас такая даже пауза. У меня есть подозрение, что он ее сейчас просто вырубит и с собой заберет. Вот давайте посмотрим, прав я или нет. Он сейчас ее вырубит или нет? Ну-ка. А, не, просто телепорт. Блин, я сейчас не знаю, я сейчас прям думал, что он ее, не знаю, там в живот ударит, она вырубится, и все, и он ее с собой заберет. Начинаю перенос. Прощай, Адонис. Безгранично злое. Гнусное человеческое дитя. Да постигнет тебя однажды суд богини. Простите за ложную надежду, дорогие мои. Я не сумела вернуть ведьмам гордость. Прощай, мир. Прощай, королевство руин. Прости. Установка координат точки переноса завершена. Осталось 10 секунд. Эхе-хе-хе-хе. Да, ну сейчас разумеется. Разумеется, сейчас вот всех тут поперебьют нафиг. Точнее, ученика ведьмы, который притворился им. О, они уже наготове. Мстим за тебя, Ямато. До завершения 3 секунды. 2. 1. Да вам хана! Огонь. Не. Не следует. Нифига. Он сейчас, я говорю, сейчас вам просто хана будет. Ну что ж, с вами был Лапер. Ох, буду ждать следующую серию. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на Бусти, там реакции на анимешки выходят без баннера. Ну что ж, всем покеда.